Приветствую всех на моем канале, меня зовут Нина. Сегодня у меня вторая распаковка сайта BBCraft. Материал я получаю по YouTube-программе, которую сайт предоставляет для всех ютуберов, занимающихся рукоделиями и украшениями, и у которых более 100 подписчиков. Заявку вы можете подать на самом сайте. Все ссылки я вам оставлю в инфобоксе. Остальные, которые не попадают под эти критерии, вы можете воспользоваться моим купоном, который предоставит вам 10% скидки. Еще что хорошо, доставка бесплатна во все страны мира от $25. Всем советую этот сайт. Не все китайские сайты делают вам бесплатную и быструю доставку. Моя посылка пришла к Канаду за 2 недели. Итак, давайте посмотрим, что же я получила. Я получила только 3 артикля. Первое, это вот такие бусины. Пришли вот в такой коробочке хорошей. Сейчас я открою и вам покажу, что там. Итак, здесь у меня бусины. Вот, смотрите, в таком пакетике. Это бусины из нержавейки. 3 миллиметра. Должно быть 500 штук. Я не считала. Вот 500 штук. Выглядит, наверное, вот так. В последнее время я стала покупать больше нержавейки, потому что на моих этих всяких базарок люди всеми спрашивают нержавейку. У многих сейчас аллергия на другие металлы, в том числе на посеребрение тоже. И они спрашивают нержавейку. Итак, вот бусины. Следующая позиция — это цепочки. Тоже цепи из нержавеющей стали. Как вы видите. Взяла в золоте, потому что было здесь хорошее предложение. Это 10 штук, 10 цепочек в наборе идет. 3 миллиметра шириной. Ну, конечно, по мне они крупноваты. Очень хорошо подойдет для мужских колье. Вот мужской 3 миллиметра как раз в самый раз. 60 сантиметров, девочки, очень длинные. Если кому-то надо сделать короче, просто укоротите. Вот снять здесь колечко и сделать короче. Переместить только колечко. Также я стала покупать в последнее время готовые цепи. Надоело возиться, покупать цепи, покупать колечки потом, потом покупать лобстеры, все из нержавейки. А так уже купил цепь и вешаешь на нее любой кулон. И делаешь любое украшение. Посмотрим, как это будет в носке. Но выглядит хорошо. Так что рекомендую. Все ссылки на весь товар я оставлю в инфобоксе. Теперь покажу вам последнюю позицию, самую интересную. И последняя позиция с этого сайта. Если кто-то смотрел мою первую распаковку с этого сайта BBCraft, вы видели, что я покупала одну позицию. Там шло 10 нитей, камней. Очень интересной формы были. Вот, я в этот раз купила опять ту же... Я в этот раз взяла опять ту же самую позицию. Потому что на фотографиях продавца камни всегда разные. Видите, я даже еще не открывала. Так что для меня это тоже будет сюрприз. Какие же камни придут в этот раз? Посмотрите сейчас на экран и увидите, какие камни я получила в тот раз. Очень интересной формы, разного размера, цвета. Формы вообще были обалденные. Ну, посмотрим, что сейчас я получила. Так, вот такой пакетик. Что мы здесь видим? Ну, я уже вижу, что здесь уже бусины совсем не такие, что были в прошлый раз. Вот, посмотрите. Та-дам! Итак, что мы здесь видим? Опять таких две нити. Вообще не такие, похожи. Те у меня были подлиннее. Тоже форма риса. Ну, рис бочонки. Это видно агат. Очень маленькие.
Так. Далее то же самое. Похоже на оникс. Такие рандельки. Следующее, что мы видим, розовый кварц. Такой тоже формы. Посмотрите. Тут не то, что овально. Тут, видите, она еще тут волнистая такая форма. Они, конечно, небольшие. Где-то 15 на 10. Очень красивые розовые бусинки. Так. Следующее. О, это бусины мусс-агат. Люблю мусс-агат, особенно если оно хорошего качества. Вот как здесь, посмотрите, как прозрачные. Вот и здесь. Ну, какая красивая, с кристаллом. Вот. Как будто там внутри газон в кристалле. Да, хорошее качество вот этого мусс-агата. Классно. Так, мне нравится. О, и посмотрите, две одинаковых нитки. Это, мне кажется, зебра, да? Яшма зебра. Две одинаковых. Ну, могли бы мне прислать разные, что же они посылают по одинаковым нитям. Вот такая вот. Две нити зебра-агат. Ну что же, будем делать двухъярусные украшения. Ну, вообще бусины очень красивые. Такого кофейного, молочного цвета. Далее еще одна яшма. Ну, красная яшма тоже это. Ну, тоже красиво. Посмотрите, рисунок какой. Вот. Так. Далее. Вот такой формы зеленые бусины. Видно, что вот это вот не, вроде не крашеные. Ну, я не знаю, халцедон, наверное. И последняя. Крашеный агат. Где-то тут 25 миллиметров. 25 на 15. У нас уже глазомер намерился с этими бусинами. Но есть одна. Видите, в ней даже отверстие какое-то. Ну так, розовые, правда, не мой цвет, но, ну что я скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. Ну, в первый раз набор мне показался интересней, формы были интереснее. Сейчас они как-то... Форма почти одинаковая. Ну, не почти. Посмотрите, здесь овал, здесь овал, здесь овал. Здесь овалы. Ну, и здесь тоже как бы овалы. Форма везде одинаковая. В тот раз была интересная, такая необычная форма. Ну, зато цена хорошая все равно. Вот. Тоже ссылки на весь этот товар я оставлю в инфобоксе. Итак, вот такая вот была у меня распаковка на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Всем мира и добра. Всего до следующего видео. Всем пока.